Можно? Сколько лет? 15 лет. Угу. А, да, значит, ты сидишь на лавочке, за шнуровочками. Тебе подходит Никита Александрович. Говорю вам, я не знаю чего. Я давным-давно не видела. Он разное время, не вылезла. Возможно, вы слышали о каких-нибудь его разах, кто не будет. Я понятия не имею, с кем она общается. Света, а у вас есть предположение, кто он будет взять слово за решение? Да я откуда знаю. Через 4 дня чемпионат города, верно? И что? Насколько нам известно, Анна Самуэлова, основная президентка не была в Италии. Раз она пропала, то теперь основная президентка в Италии. Ну что, обвиняете меня? Нет, коллеги, не так выразился. Нормально выразился, доступно. В прошлом году в своем отдельном уже в Италии очень проходит. Не получилось. Что-то по-другому решили по поводу? Не понимаю, о чем вы говорите. Прекрасно понимаю, что у меня год назад все время рассматривало. Что вы не могли выявить? Но вас не момент Самсунова вдохнула вас со словами, где сейчас это ваше решение? Я Алика уже давно не видел. Я не знаю, с кем он там когда общался, кому что оплатил. Я никому никакие деньги не давала. И с людьми никаких дел не имела. Если вы по сути хотите что-то узнать, то узнайте у нее, у Алечки вашей. Или у ее отчима, который ее тащит постоянно. Это у него в спорткомитете. Дружки все дружки. Он их как парень водит, кормит, поет, а потом его они побеждают на всех турнирах. Да эта сука, эта Анечка ваша, ключеновая, даже в тройку призеров не должна попадать со своим котами. Таких как она, тут, скажем, близко к льду подпускать нельзя. Ну, все-таки.